Погоди. Как справляться с депрессией? Для меня это футбол, он меня спасает. Вот я хожу на стадион на Черноморце, для меня на фан-сектор сходить, как говорится, выплеснуть все эмоции, показать, как мы любим команду, вот это для меня самый лучший антиоксидант, как говорится. Ну, для начала в церковь прийти, пообщаться с пастырем, рассказать о своих вопросах. Есть другой вариант, психолог. Ту-дун. А что для вас счастье? А для меня, наверное, счастье – это внутренняя гармония, баланс между внешним и внутренним. То есть, чтобы то, что тебя окружает, радовало тебя, и, в свою очередь, чтобы твой внутренний мир рождал внешний мир. Водка. Только водка. Поделитесь методами, как себя настроить на позитив. Ну, идти на работу, любить жену, любить родителей, ухаживать за родителями, за дедушками, бабушками. И знать свою историю, знать свои корни. Все. В Одессе нет депрессивных людей. Ну, по большому счету, их вообще нигде нет. Просто люди придумывают себе что-то и хотят с этим бороться. Что вас выводит из себя? Вот просто невозможно сдержать эмоции. Ничего. Вы меланхолик. Нет. А зачем портить жизнь, настроение всякими мелочами? Какая музыка может помочь справиться с плохим настроением? Рок. Тяжелый рок? Да. А какие фильмы советуете смотреть, когда совсем грустно становится? Комедии. Или мультики. Помогает вам каждое утро просыпаться с мыслью, что этот день будет самым прекрасным. Это ж на школу идет. Да, это капец. Почему вы грустите? Я жду парня с рейса. И в ожидании его, как бы я не грущу, просто любуюсь своим родным краем. Ой, давайте я вас обнимаю. Спасибо большое. Спасибо. Недоступно лекарство, маленькие пенсии, хочется, может, и другую какую-то еду, а ты вынужден сидеть на очень ограниченном режиме. Ну, все это давит. Хаски вообще же поют. Вот. И прыгает, скачет. Это помогает справляться с любыми проблемами? С любыми, да. Настроение сразу поднимается. Ну, конечно, только если он что-то не натворил дома. А так все. И вы выводите его в парк? Да, и бегаем. Ну, тогда побежали. Ни тоски, ни печали. Нет, у меня девушка беременна, работа хорошая, мне все нормально, все устраивает. Простите, что я не депрессивный. Вы не оправдали моих надежд. Да, я так понял. А вот такой творческий шарфик вам помогает быть в добром расположении духа? Нет, скорее рисование просто. Я люблю спать. Много сплю. Засыпаешь с мыслью, господи, ничего не получается. Нет. Закрываешь глаза, и через 10 часов как рукой сняло. Я жизнерадостный. Я просто лег спать и просто проснулся. Как в этом грустном мире справляться с депрессией? Да, чувак просто бухает. Ой, це кожну осінь, кожну зиму, напевно, всіх так. Коли немає ідей, і ти просто чекаєш літа. Носіть яркі курточки. Ну, і що, і дівчинка поможе. Це найкращий вихід із депресії. Любима, звісно. Ну, як би і ті, які стоять по ночам, теж неплохо допомагають. Не нужно. Мы не катались здесь вот, на аттракционе. Нет, мы этого не делали. Нет, не мы. Мы не катались. Сдать сессию удачно. Давайте помедитируем, чтобы вы сессию хорошо сдали. Да придут с нами пятерки на сессии по всем экзаменам. Да. Что там тоже? Мама, привет, я телевизор. Сохраняйте бодрость духа. 5 копеек на Думской ТВ. Уверены, выход есть всегда.